Эй, привет, мои ненаглядные. Смотрите, что у нас. У нас Half-Life 2 VR мод. Ну чё, давайте поиграем. Новая игра. И давай начать новую игру. Я записываю, скорее всего, по несколько серий подряд. Но я обязательно буду читать комментарии и отвечать на ваши комментарии, так что... Если у вас появятся вопросы, задавайте. Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте. Ебать, мужик. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали бы даром, пока... скажем просто, что вас час снова пробил. Хм. Интересно выглядит. Нужный человек мне в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Такого. Да так. Сидел там. Здорово. Здорово. О, приехали. Ну. Давай. Вот и конец линии. Это да. Добро пожаловать. Добро пожаловать в Сити 17. Сами вы его выбрали, или его выбрали за вас, это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити 17, что решил разместить свое правительство здесь, в Цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити 17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Не, вас не было. Неизвестные дали. Добро пожаловать. Никого. В Сити 17. Здесь безопасно. О. Возьми, 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 кому говорю. Все? Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити 17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити 17, что решил разместить свое правительство здесь. Что в Сити 14 Цитадель, последний раз столь заботливо предоставленный нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити 17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в Сити 17. Здесь безопасно. Стою, стою. Новый проспект. Возможно, что здесь все мне на организ воздуха. Местные отряды БО доложите обстановку. Это какая-то ошибка. У меня обычный миграционный билет, как у всех. Помощь нужна? Нет, сам справлюсь. Возможно, нарушение порядка третьего уровня. Я уж поболтаю с ним наедине. Кстати, это 10-1 на 8. Я должен тебе пиво. Гордон, это я, Барни из Черной Мезы. Прости, что напугал. Я разыгрывал представление перед камерами. Я работаю на ГО для прикрытия. Надо побыстрее, а то возникнут подозрения. Я же никогда не выполню норму избиений. Да, Барни, в чем дело? Я занят важной проверкой. Извини, док, но посмотри, как кто здесь. Боже мой,
Гордон Фриман? Как неожиданно. Здорово. Я тоже не ожидал, док. Он чуть не сел на экспресс до Нового Проспект. Ну, Барни, и что ты предлагаешь? Я думаю, думаю. Тут где-то была Алекс. Может, она придумает, как его сюда доставить. Если он будет держаться подальше от постов, все будет в порядке. Слушай, мне надо идти. Мы и так сильно рискуем. Хорошо. Гордон, рад тебя видеть. Ладно, Гордон. Тебе придется идти до лаборатории доктора Кляйнера самому. О, черт. Этого я и боялся. Давай сюда, Гордон, пока ты меня не засветил. Поставь ящик, чтобы выбраться через окно. И иди на площадь. Я тебя позже найду. Добро. Давай так. Тихо. Не падать. Все, я тут. Пивас. Эй, разбился. Ну-ка, сейчас мы их к глошнику. Задолбал. Так положили это изи. О, мать моя. Давайте рассмотрим тот факт, что впервые в истории мы стоим на пороге бессмертия. Этот факт влечет за собой далеко идущие выводы. Он требует полного пересмотра наших генетических потребностей. Он требует планирования и обдумывания, что идет вразрез с нашими психологическими установками. В такое время необходимо всегда. Сначала здание, затем весь квартал. Зачем им сюда приходить? Не беспокойся, они найдут причину. От гражданина. Что дает им право
Нейтан, мы следующие. Надеюсь, ты ошибаешься. Да. Я больше не могу. Все будет хорошо. Вниманию жителей. Замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО награждается полным пищевым рационом. Быстро на крышу! Нельзя терять 2 минуты! А вот они! Приговор вынесен. Что-то я не туда пришел, походу. Давай сюда, быстро! Давай быстро на крышу! Ёпта, это по мне уже стреляют там. Беги. Так. Тут осторожнее. Ах ты. Полагаю, ты Фриман. Внимание. Я самый. Надо спешить. Комбайнов может и трудно раскачать. Но если уж это сделать, лучше им на глаза не попадаться. Доктор Клейнер сказал, что ты пойдешь этой дорогой. Пошли со мной. Я думал о том, что у тебя нет карты. Я Алекс Венс. Мой отец работал с тобой в Черной Мезе. Хотя я уверена, что ты меня не помнишь. Да, не разговорчивый. Не разговорчивый. Помнишь его по Черной Мезе? Старого администратора? Только не упоминай имя доктора Брина при отце. Сюда. Забавно, что ты появился именно сегодня. Я тоже так могу. Мы помогаем людям сбежать из города пешком через старые каналы. Это опасный путь. Кажется, мы наконец-то придумали кое-что получше. Угу. Давай я куплю тебе воды. Давай. И да, кстати, рада познакомиться. Да. Давай. Ну. Эй, док. А, чертовка. Куда она делась? Ламар, выходи оттуда. О-о, все в порядке, доктор Клейнер? Привет, Алекс. Ну, почти в порядке. Ламар снова сбежала из клетки. Не зная я Барни, подумал бы, что он расставил ловушки и... Боже, Гордон Фриман, это в самом деле ты? Я нашла его снаружи. Он попал в переделку. У него талант находить неприятности. Мы обязаны доктору Фриману, несмотря на то, что он приносит с собой неприятности. Должен сказать, Гордон, ты как раз вовремя. Алекс восстановила последнюю часть телепорта. В этом прорыве нет моей заслуги, док. Глупость. Твой талант
превосходит даже твою красоту. Давайте убедимся, что эта штука работает, ладно? Получилось? О, и ты. Черт, Гордон, ты разворошил улей. Ему нельзя здесь долго оставаться. Это поставит под угрозу всю нашу работу. Именно, Барни. Это великий день. Торжественно откроем телепорт двойной передачи. Ты хочешь сказать, он заработал? Это точно? Потому что мне до сих пор снятся кошмары про ту кошку. Спокойно. Не надо так волноваться. Кошку? Мы далеко шагнули с тех пор. Далеко. Какую кошку? Док, он все-таки не на прогулку идет. Можно ему и костюмчик. Что? О боже, ты прав, я почти забыл. Барни предоставляет учесть тебе. Мне надо вернуться на пост. Ну да ладно. Ой, Барни, не делай так. Ебать. Черт, убери ее от меня. Поймал. Я думал, ты избавился от этой заразы. Конечно нет. Не бойся, Гордон. Ей удалили клюв. Теперь она не опасна. Она может только попробовать совокупиться с твоей головой. И то тщетно. Убери от меня эту дрянь! Давай, детка, запрыгивай. Нет, не туда. Нет, нет. Осторожно, Ламар. Эти приборы очень хрупки. Бог мой. Чтобы уговорить ее выйти оттуда, уйдет еще неделя. Если повезет, то и дольше. Барни? Ты не любишь животных? Ну, Гордон, не стесняйся. Надевай костюм. Да, иду. О, топ-ка. Гордон, костюм сидит так, будто на тебя шит. Ох, он ведь действительно на тебя шит. Я кое-что в нем изменил. Сейчас расскажу тебе самое главное. Значит так. Конструкция костюма модели 5 изменена для повышения комфорта и функциональности. О, боже. Док, на это нет времени. Ты хоть подзаряди его, Гордон. Хорошая мысль. На стене есть зарядник. Твой костюм можно заряжать от источников питания Альянса, которых полно в местах патрулирования. Давай. О. А пока пора взяться за работу. Да подожди, мне интересно. Я понял. Гордон, встань рядом с той панелью и жди моей команды. С этой? Ты там? Да. Да, Элай, у нас небольшая задержка. Ни за что не угадаешь, кто сегодня забрел в нашу лабораторию. Это же не тот, о ком я думаю. Он самый, и мы отправляем его прямо к тебе в компании твоей очаровательной дочерки. Ты готов нас принять, папа? У нас все готово. Ну так вперед. Посмотрим. Поток безмассового поля самоограничивается. Мне удалось подобрать верные параметры манифольда для базы CI и орбифольда LG. Включаю функцию Гильберт. Да, условия кстати, лотереи. Насчет кошки. 2-1. О, господи, что на этот раз? А, доктор. Так. Прекрасно. Гордон дернет рубильник. Я не могу.
Ну как, получилось? Сам посмотри. Эй, док! О, слава богу, как гора с плеч. Отличная работа, Изи. Это не только моя заслуга. Доктор Фримен очень способный ассистент. Ну давайте тогда переправим Гордона. Ты прав. Поговорим через секунду. Класс, Гордон. Мастерское обращение с рубильником. Я смотрю, не зря ты MIT закончил. Ладно, Барни, твой черед. Спасибочки. Гордон, пройди в передатчик, и мы отправим тебя к Лайм. Как раз вовремя. Прекрасно. 3, 2, 1, пуск. Барни, будь так добр. Удачи тебе, Гордон. Да, давай. Именно. Мы готовы к отправке, Гордон. Бон вояж. Успехов в твоих начинаниях. Финальная стадия. Что за черт? Да это же твой чертов мозгосос, Ламар. Эдди, впереди. Вот он. Ламар, с ним? Да забудь о ней. Он проходит, что происходит, Дин? Я не знаю. Похоже на какие-то фамилии. Гордон, не двигайся, мы тебя вытащим. Его что-то утянет. Не двигаюсь. Что все это значит? Да кто вы? Как вы тут оказались? Эй, эй, он вернулся. Я его вытащу. Не входи в поле, тебя разорвет на части. Мы потеряли Гордона. Что происходит? И если бы я только знал, что такое может случиться. Не волнуйся, Гордон. Вон он. Нет, опять мы его пускаем. Кто это был? Неужели... Это я. Гордон Фримен. Уи. Что с моими руками? Они были вот так. Сзади. Выключай, выключай. Гордон, уходи отсюда. Беги. Спускайся вниз, я найду тебя позже. Иду. А, все? Уи. Так, что тут, куда? Сюда. Все? Дальше со мной не пройдешь? Эй, Гордон! Чё? Цитаделя полная боевая готовность. Никогда такого не видел. Убирайся из Сити 17 как можно скорее, Гордон. Иди по каналам, они ведут в лабораторию Лая. Это опасный путь, но там много наших. Они помогут тебе, чем смогут. Я бы с тобой пошел, но нужно присмотреть за Кленером. Да, чуть не забыл. Кажется, ты потерял это в черной мезе. Удачи, приятель. Она тебе пригодится. Угу, ща. Давай. О, лобик. И спина зачесалась. Ломик. Против лома нет приема. О, саундтрек. Ух ты! Мать вас, ну. Ну беги. Ну
Шкатуговатое управление. Зараза. Так, и что дальше? Блин, только не говорите мне, что... Да. Ладно. Фонарик. Вот так вот. Бегу. Быстрее. Только пушку не взял? Взял. Обнаружено уклонение от...
Давай! Наверное, надо сложно попасть. Поближе держать как-то. Что? Вы? Нормально тут попадали по мне. Еще сто 50 максимум, понял. Господи, Боже! Полагаю, сирены по тебе. Хорошо, ты нашел нас. Ты не первый, кто был здесь. Это Фримен. Судный день Альянса настал. Послушай, мы лишь наблюдательный пост подземки. Главная станция совсем рядом. Они направят тебя на путь. Пока позволь моему другу Вартигонту дать тебе хороший заряд бодрости. Давай. Будь осторожен. Нам нужно много. Идти незамеченными. Если Гео поймает тебя, вся железная дорога будет под угрозой.
Мы служим одной тайне. Граждане, бездействие преступно. Тебе лучше идти. О противоправном поведении немедленно доложить силам ГО. Внимание! Неопознанное лицо. Немедленно... Давай, 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 рухся. Граждане, введен код действия при беспорядках. Код обезвредить, защитить, усмирить. Код. Подавить. Меч. Стерилизовать. Меч стерилизовать? Сюда! Ух ты! Прием. Мы слышали, что станция 12 уничтожена. Оперативно-ударные группы атакуют железнодорожные станции. Повторяем, ГО атакует подземные станции. Там поднимает верхнюю 9-й и дальних станций. Кажется, мы... Станция 8, как слышите? Станция 8, вы меня слышите? Зачисления о манхэках подтверждены. Повторяю, они выполняют подземку манхэками. Ух ты ж. Неудобно стрелять с этой штуки. Так пошел-ка я отсюда. Так, а как? Отряду гражданской обороны. Признаки антиобщественной деятельности. Код. Собрать. Окружить. Не выжил никто. О! Кто? Вперед, друг. Эта станция разрушена, но впереди другие. Я стану шли со мной. Остальных. Мы должны спасти железную дорогу. Ваш квартал обвиняется в недоносительстве. Штраф 5 пищевых единиц. Внимание, ответили 6-4.
Всей семье, как проверить численность? Продолжаю поиск. Ну вас в баню. Чё? Я думаю, для первой серии хватит. Давай новое сохранение. Сохранить. И, пожалуй, для первой серии действительно достаточно. Ставьте лайки обязательно. Лайки. Комментарии. Всё прочее. С вами был Зазепа. Всем спасибо и пока. До встречи в следующей серии. Фух.